Почему он все время так смотрит? Иногда мне кажется, что он маньяк. Чудак Дизи хороший, просто немного странный. Ты что делаешь? Это ящик Джека Хаммера, капитана футбольной команды. Если он узнает, у нас будут большие проблемы. Не узнает. Сегодня у них игра на стадионе другой школы. Раздался звонок. Роджер, Багзи и Харли поспешили на урок истории. На уроке учительница рассказывала про жизнь и культуру индейцев майя. Багзи увлеченно слушал ее рассказ. Роджеру было интереснее слушать музыку, чем историю о каких-то индейцах. А Харли и вовсе уснул. Харли, проснись! Роджер, сними наушники! Следующим по расписанию был урок литературы. Это был самый нелюбимый предмет Багзи. Багзи, немедленно убери смартфон. Когда уроки закончили, ребята с радостью побежали домой. Наконец-то! Стоять! Вы наказаны! За что? Жалобы от учителей. Харли, ты спал на уроке. Роджер слушал музыку, а Багзи играл на смартфоне. Никаких «но». Идите в класс продленки. В классе продленки ребята продолжили заниматься той же самой фигней. Харли спал, Роджер слушал музыку, а Багзи играл на смартфоне. Ребята, через полчаса можно идти домой. Что? Уже ночь? Ребята, проснитесь! Наконец-то я выспался! Сколько времени? Половина двенадцатого ночи! Почему нас никто не разбудил? Смотрите, на столе появилась какая-то книга.
Рассказ о психе-маскоте. Багзи, читай вслух. Багзи начал читать. В книге рассказывалось о маскоте школы Зайце Мо. Дети его просто обожали. Заяц Мо тоже любил детей, но только послушных. Хулиганов он не любил. Прозвенел звонок. Послушные школьники отправились домой, а хулиганы были наказаны. Их отправили в класс продленки. Наказанные школьники уснули прямо за партами. Пока ребята спали, Заяц Мо закрыл выход из школы на цепь с замком. Хулиганы проснулись поздней ночью. Они пытались покинуть школу, но обезумевший Заяц Мо начал на них охоту. С тех пор о хулиганах никто ничего не слышал. Дурацкая сказка. Да, очередная тупость. Типа, дети, будьте послушными. А вам не кажется, что тут слишком много совпадений? Ха-ха, Багзи, ты серьезно? Забейте, надо позвонить папе. Мой смартфон пропал. И у меня. И у меня тоже. Мне это совсем не нравится. Надо сходить до сторожа. Угу. Закрыто! Еще одно совпадение! В ящиках спрятаны 3 ключа. Найдите их, если хотите выжить. Кого поймаю, я не виноват. Ущипните меня! Это точно не сон! Успокойся, Багзи! Нужно всего лишь найти 3 ключа. Мы справимся! Один есть. Тут пусто. Продолжаем искать. А вот и второй ключ. Отлично, Харли. Остался последний. Багзи, хватит прикалываться! С
Все ключи найдены! Пора домой! Опять этот заяц! Багзи, ну хватит! Я серьезно! Быстрее открывай синий замок! Смотрите, полиция! Что за фигня? Дяденька полицейский, в нашей школе заяц-маньяк! Какой еще заяц-маньяк? Честное слово, это правда! Хорошо, давайте проверим. Запрыгивайте в тачку. По пути в школу ребята в подробностях рассказали копу о случившемся с ними кошмаре. А еще он украл наши смартфоны! Что ж, вот и приехали. Я пойду первым, вы за мной. Приготовьтесь. Раз, два, три. Не с места! Чудак Дизи? Что вы себе позволяете? Я буду жаловаться директору! Говори, где заяц! Какой еще заяц? Этот! Школьный маскот? Давненько я его не видел! Дизи, а где ты был? И почему ты нас не разбудил? Я... уходил по делам. Вы отнимаете мое время. Нет, нет, сейчас все покажем. Ребята начали показывать копу места, где были лазеры, а также ящики, в которых нужно было найти три ключа. А в этом кабинете у нас украли смартфоны.
На столе лежала таинственная книга! Смотрите! Наши смартфоны! Тут записка! До скорой встречи, Мо! Хватит этих глупостей! Быстро все по домам! Но... Я вас довезу! За мной! Извиняюсь за беспокойство! Доброй ночи! Доброй ночи! На следующее утро ребята вернулись в школу. В этот раз Роджер, Харли и Багзи учились как никогда прилежно. Никто из них не хотел быть снова наказанным. За обедом в столовой ребята начали обсуждать личность таинственного зайца Мо. Мне кажется, это чудак Дизи. Кто угодно, но точно не Дизи. Смотрите, Джек Хаммер, капитан футбольной команды. Они рылись в твоем ящике. Эй, лошары, это правда? Спасибо за яблоко! Хочу быть наказанным! Нужно сваливать! Трусишка! Прекратите! Что тут произошло? Ребята подрались. Джек, Роджер и Харли, вы наказаны. Идите в класс продленки. О нет, только не это! Директор, пожалуйста, не надо! Что смешного, Дизи? Не
Неужели все снова повторится? Вы как хотите, а я пойду подготовлюсь. Перед вероятной встречей с зайцем Мо, Харли решил хорошенько потренироваться в качалке. Возьму с собой! Пригодится! Пока Харли был в качалке, Роджер рассказал Джеку Хаммеру про безумного зайца-маньяка. Придурок! Так я тебе и поверил! Роджер, смотри, что я принес! А это еще что такое? Туда! Усыпляющий газ. Вот почему мы так крепко спали. Ты и без него любишь поспать. Не время для шуток. Надо скорее сваливать. С этим ломом мы сможем выломать окно. О нет, я проспал тренировку. Лошары, вы почему меня не разбудили? Джек, все, что я рассказал тебе, это правда. Смотри, заяц! Ты что-то попутал, заяц! Харли, помоги! Он схватил меня! Бежим! Где он? С помощью качелей можно перелететь через забор.
На следующее утро Роджер и Харли не пошли в школу, а сразу отправились в полицейский участок. Заявка принята. Что там? Пропал капитан школьной футбольной команды. Мы знаем, что с ним случилось. Опять вы? Выслушайте нас, все очень серьезно. Хорошо, пойдемте в мой кабинет. Давайте, рассказывайте. Ребята рассказали, что история с зайцем Мо повторилась. Здоровяк Джек Хаммер погиб от его рук, а Роджеру и Харли чудом удалось спастись. А еще он использует усыпляющий газ. Окей, слушайте мой план. А где твои друзья, Роджер и Харли? Я не знаю. Прогульщики. Я сообщу об этом директору. А что, если их поймал заяц Мо? Я бросил друзей в беде. Как дела, детишки? Лошары, гоните рабаксы! Отвали! Ты чё попутал? Нам пора на урок. Отлично. Ты что себе позволяешь? Друзья, вы живы? А? Трусишка! На уроке химии Прыщ начал отвязно баловаться с различными реагентами. Роджеру и Харли было очень весело, а вот у учителя жестко бомбило. Алло, директор! Хочу пожаловаться на новенького. Сперва влетел в кабинет на скейтборде, а теперь устроил полный бардак. Новенький? Сейчас подойду. Прозвенел звонок. Это был последний урок,
поэтому все дети ломанулись домой. Эй, стоять! Роджер и Харли, вы наказаны за прогул урока. А ты? Прыщ! Второгодник? Ага. Ты наказан за катание на скейтборде и баловство на уроке химии. А еще он устроил драку. И за это тоже. Все трое, идите в класс продленки. Отлично, все идет по плану. Переходим ко второй части плана. Прыщ предусмотрительно взял с собой три противогаза, чтобы усыпляющий газ зайца Мо в этот раз на них не подействовал. Сработало! Рано радоваться! Ждем вашего зайца! Ну сколько можно ждать? Кто-то идет. Чудак Дизи. Так это ты, заяц? Я просто пришел проверить. Все ли у вас хорошо? Слишком много совпадений. Прыщ, обернись! Ну, заяц, погоди. Директор! Попался! Я просто хотел напугать вас, чтобы вы стали прилежными учениками! Расскажешь об этом в суде! Что-то тут не так. Тот заяц был намного выше и опаснее. Да вот же заяц. Дело раскрыто. Да, ты прав. Это Прыщ. Я поймал опасного школьного маньяка. Вызываю подкрепление. Yeah!
До завтра, Дизи! Почему ты так странно смеешься? Это такая болезнь. Понятно. Ну пока. Пока, ребята. Ты кто такой? После успешного задержания зайца Мо, полицейские довезли Роджера и Харли до дома. Что-то тут не так! О чем ты? Тут заяц Мо выглядел иначе! Забей, пора спать! Спокойной ночи! Спокойной ночи! Рабочая смена прыща была еще не окончена. Ему предстоял допрос директора школы Монтгомери Рэббитса на детекторе лжи. Офицер Прыщ, все готово, можно приступать к допросу. Ага. А? Говори, где тело Джека Хаммера? Я не знаю. А? Сколько раз ты наряжался зайцем? 2. Сегодня и позавчера. А где ты был вчера ночью? Дома. Он ни разу не соврал. Что-то тут не так. Тот заяц был намного выше и опаснее. Продолжим завтра. Я устал. Пора домой спать. Отвези меня домой. Наступило очередное учебное утро. Роджер и Харли поехали в школу. Как спалось? Я не спал. Все еще думаешь, что мы поймали не того зайца? Нужно поговорить с Дизи. Впервые вижу, чтобы утром Дизи не было на месте. Да, очень странно. Пойдем спросим у химика. Здрасте, а вы не видели Дизи? Нет, не видел. И директор куда-то пропал. Понятно. Учебный день пролетел незаметно. Ребята прилежно слушали учителей и выполняли их задания. Как самые послушные ученики. Настало время обеда. В столовой у Роджера и Харли произошел напряженный разговор на тему двух зайцев Мо. Харли, нам нужно остаться в школе. Нафига поймать настоящего зайца? Роджер, у тебя паранойя. Мы должны узнать правду. С меня хватит.
Я пойду домой. Роджер, прости. Я струсил и бросил друзей в беде. Бывает. Я хочу помочь тебе поймать этого зайца. Правда? Багзи начал рассказывать, что уже тогда первый раз заметил, что зайцы были совершенно разные. Тогда он подумал, что был просто обманут страхом, да и зрение у него так себе. Но после твоих слов все сходится. Зайцев и в самом деле двое. Мы должны раскрыть эту тайну. Заявка принята. Что там? Пропал школьный сторож. Дизи? О, нет! Для того, чтобы остаться в школе незамеченными, Роджер и Багзи решили спрятаться в ящиках. Роджер, что дальше? Что вы тут делаете? Я забыл наушники в столовой. О, чуть было не спалились. Как мы найдем зайца? Думаю, он сам найдет нас. Ждать придется. Пацан, где твой друг? У него паранойя. Ловит в школе настоящего зайца Мо. Срочно запрыгивай в тачку. Нельзя терять ни минуты. С Роджером что-то случилось? Скоро узнаем. Мое чутье подсказывает, что он прав. Багзи, за мной! Бежим в класс химии! Химик должен быть там! Химика нет! Похоже, он стал жертвой зайца! За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Прыщ, Харли! Да он мутант какой-то. Мутант? Антимутаген? Эй, заяц! Учитель химии,
Говори, что все это значит? Химик начал рассказывать о том, как на одной из учительских тусовок директор школы предложил идею воспитания непослушных учеников. По задумке директора, он будет наряжаться в костюм старого маскота школы Зайца Мо, разыгрывая перед наказанными детьми сцены, как из фильма ужасов. После такого никто не захочет быть снова наказанным. А ты тут при чем? А я решил использовать это в своих целях. Оказалось, что химик втайне работал над препаратом для создания мутанта. На себе он уже опробовал, но ему нужны были подопытные роблоксеры для улучшения результата. Он решил использовать задумку директора для похищения наказанных детей. Для того, чтобы всех запутать, он сам превращался в зайца-мутанта Мо. Как я и планировал! Директора арестовали, а на меня никто и не подумал! Спасибо за чистосердечное признание! Ты арестован! А что с Джеком Хаммером и Чудаком Дизи? На